Мы тоже решили проверить, как работает поговорка «нет худа без добра». И вышли на улицы Саратова, чтобы узнать у горожан, какие положительные стороны экономического кризиса видят они. Те, кто теряет работу, наверное, у них куча свободного времени, которое они могут уделить семье. Это единственный плюс, я считаю. Наверное, развивает смекалку, потому что нужно как-то крутиться, нужно придумывать какие-то, может быть, новые рецепты, которые до этого не знал, не видел и вообще не замечал. Ну, может быть, наша промышленность все-таки повернется лицом в свою страну и начнут сами выпускать свою продукцию. И тогда у нас рабочие места появятся. Я надеюсь, что пройдет пятилетка или там лет 10, и все-таки мы будем уже чувствовать насыщение собственной продукции, и наши предприниматели начнут наконец-то реализовываться в масштабах собственной страны хотя бы. В этом ничего положительного нет. То, что мы становимся беднее, в этом нет ничего положительного. Весна, конец учебного года, да? Дети опять же радуют. Крым наш, весна, одни плюсы. Главное, чтобы войны не было. Самое главное, у меня родственники с Украины. Вот там страшно, а у нас, слава богу. Все положительное. Мы переживали времена еще хуже, чем сегодня. Переживем и это.